Смертельное ДТП произошло в Могилевской области. Четыре женщины погибли в результате столкновения легкового автомобиля с трактором. Сельхозмашина была оборудована прицепным агрегатом. Легковушка въехала прямо под острые плуги. Водители и три пассажира скончались на месте. Еще одна женщина в тяжелом состоянии находится в больнице. Чтобы достать тела погибших и пострадавшую, понадобилась помощь спасателей. За рулем легкового автомобиля находилась 40-летняя могилевчанка. Ее пассажиры – все жительницы города Костюковичи, которые работали и обучались в городе Могилеве. Состояние 19-летней девушки оценивается как крайне тяжелое. Она сейчас находится в реанимационном отделении районной больницы и находится в коме. Все обстоятельства жуткой аварии выясняют сотрудники ГАИ. Следственного комитета назначен ряд экспертиз. Одна из возможных причин ДТП – отсутствие на прицепном агрегате световозвращающих элементов.